С вами ваш любимый и наш любимый магазин Darkman, который находится в городе Стамбуле. Здравствуйте всем от Стамбула, от Darkman на все здравствуйте. Начинаемся прямом эфир. Начинаемся из самых горячих, которые только что привезли. Наша фабрика Darkwin. И смотрим красивую тунику. Украшенную жемчужными такими большими и маленькими бусинками, которые у нас закреплены на клепках. Которые кто-то ждал заказ, проверенный модель. Мы очень долго ждали этот модель. Обратную сторону покажи, пожалуйста, что кнопочка у нас там внутри, клепки. Вот так. Вот клепки. Видно, спасибо. В серии здесь 3 штучки. Это самый маленький размер Элечка. Смотрите, какой красивый рукав расклешенный. И модель тоже трапеция идет. Хорошие свободные размера. 3 штучки в линейке. Топли трикотаж. Большие размерчики. Только что перевезли. Для вас. Есть наличие. Идеальные, теплые, в то же время очень легкие вещи. Шерстяные, топлые, модные, качественные, комбинированный цвет, черный, несколько расцветки еще комбинированные. Коричневый, фуксия, фисташки, серый и горчица, да. Вот так покажем, короче. Вот, цвета очень красивые, насыщенные. Сейчас по одной покажу. Первый цвет, бизон, кофе с молоком такая. 2 накладные карманы, 2 накладные кармана, одна снизу, вторая чуть-чуть выше, где будут талии. В линейке тоже 3 штучки. Это самый маленький размерчик, смотрите, пожалуйста, внимательно. Второй цвет идет горчица. Фисташки. Фуксия. Делаем скрины. И серия. Час назад не было, только что перевезли. Еще горячий модель. Очень хорошие цены идет. И, пожалуйста, вам спинка. Это который идет цвет, все один ниточка идет, ни краска, ни клейка, ни вышивка. Почему так долго ждали? Потому что здесь машинка сменяется ниточка, чтобы сделать рисунок. Внутри очень хорошая качественная обработка. Ничего не колется. Вот поближе вам ткань. Ну и мы же хотим весны, мы же хотим яркости. Вчера мы вам показали фламинго наше. Черный цвет был. Получили 4 расцветки, которые одна лучше другой. Классический черный. Яркий-яркий лимонный. По-моему, уже видно. Сочный такая, красный. Сама модель идет картон, саластан, очень хорошая ткань. И тянутся хорошо. С капшоном, с 2 карманчики, 3 клепки впереди. Розочки, брошки. Красивая. Очень элегантный, модный, проверенная модель. Сейчас наличие 4 расцветки. Зеленый такие, сочные тоже, яркий. Яркий зеленый, красивый лимонный. В серии всего лишь 2 штучки. Модель новая, только получили. Смотрите, какие пуговички красивые. С
Сохрани сделайте, посылайте нам, продолжаем ваши вопросы. Для того, чтобы сделать заказ, вы делаете скрин. Кто не знает, что такое скрин? Это фотография с экрана, просматриваемое вам видео. И отправляете директ. Директ – это такая стрелочка, где пишут сообщения в Инстаграм. Если вам так сложно, пожалуйста, можно отправить фотографию на WhatsApp, Viber и мой Telegram, кому как удобно. Офис шик, все, ткань нарядная и каждый день можно одеваться. Идеальная вещь. Обратите внимание, какая ширина бедра. Две штучки в линейке. Платье, халат. На скидочке. В серии также две штучки. Есть наличие. Показываем фабричные наши вещи, потому что многие говорят, ой, закончилось, закончилось. Сейчас просматривая эфир, и они малыш, есть в наличии. Серий, где-то 3-4 серии осталось. Кому какие завоз. Модели понравятся, пожалуйста, делаем заказики. Шмель получили повтор. Красного цвета. Здесь шикарный объем бедра. Очень хороший размер. Вместительный. Даже у кого 60-й размер, 62, он тоже будет свободный, тоже может получиться стиль боха, который все сейчас любят. То есть он не будет в обтяжечку, это будет очень удобно одевать. Спорт шик. Такой яркий цвет, насыщенная расцветка. Еще одна классическая модель, которую все знают. Внизу у нее есть утяжка, кто не видел, модель сейчас на скидочке, в серии также две штучки. Ничего лишнего, очень-очень такая удобная. Боковые карманы. Ткань-плащевка, что очень практично. Хочу лампас показывать. А, вот так видно очень даже хорошо. Снизу есть шнуровка, можно стил баллон одевается. Выглядит как двоечка, это имитация, вверх идет трикотаж, снизу идет плащевка с картоном, тоненькая, легкая. Модно и стильно. Будет актуально как под кроссовки, так и под сапоги, ботинки. Еще одна наша модель. Спортшик. Тоже есть боковые. Пайетки, естественно, модная, нарядно. А трикотаж тепло. Двунитка с эластаном. Очень удобная серия, единичка и двоечка. И сейчас хорошие ценами. А, очень ограниченное количество. Кто не успел заказать, приобретаем наши модельки. Кто предпочитает темные расцветки и в то же время хочет быть ярким, смотрите, какая красивая блузка. Здесь есть и бусинки, красивый вырез. Вырез подчеркнут очень красиво камешками. Камешки переливаются от черного к светлому, как хамелеон. Галстуки. Как говорит Чукри, этой модели столько лет, сколько ему, но она всегда актуальна, потому что она такая классическая. Летняя коллекция будет у нас в конце января, в начале февраля. Теплый, стильный кардиган. И тоненькая, легкая, не тоненькая, легкая, теплая, но легкая. Очень красиво сделана вязка, смотрите, такая крупная. Ткань. Очень теплая, но очень легкая ткань. Растягивается полностью замка. В линейке две штучки. Получили повтор. Кто ждали заказ, пожалуйста, сегодняшний получили. Есть наличие. Делаем скрины, ждем ваших заказов. Такая же ткань, как у Палтышки, есть жилетка. Спущенный рукавчик. Эту модель точно все знают. Она, наверное, одна из самых популярных у нас. Ну, получаем, девочки, не успеем. Щит как придет, так же идет.
Очень хороший, элегантный, качественный товар. Дарквин шьет для вас. По поводу стоимости, пожалуйста. Пишите директ или WhatsApp, или интернет-магазин www.darkmanshop.com, где вы можете ознакомиться с товаром, который есть в наличии, и сразу же там прописана стоимость и количество штучек в серии. Яркая альпака. Очень модненькая. Получили тоже повтор. По-моему, видно очень хорошо, да. Сейчас. Света с отдельной ниткой идет. Не краска. Это все ниточка отдельности. Разные цветами. В линейке тоже две штучки. Работаем только оптом. И также у нас удобнее сериями все идет. Либо две штучки, три штучки, вот так. Очень мало, 4-5 штучки в линейке, которые вещи. Красивый жакет-кардиган. Топлые тоже, легкие, накладные карман на замок, стоечка-воротник. Хочу показать вам поближе ткань. Смотрите, в руках какая работа с лампасом, такие ажурные ткани идет. Видно, по-моему, да, так. Да, хорошо видно, спасибо. Угу. В серии также две штучки, единичка и двоечка. Делаем скрины. Очень яркий и теплый кардиган с капюшоном. Он такой молодежный, в то же время такой стильный. Мне кажется, любой человек захочет его приобрести. То есть шерсть с вискозом, комбинированная ткань с эластаном. Линии, даже кто на зарлен, тоже можно одевать удобные, потому что замок растягивается от низ до вверх и от вверх до низ. Очень удобная модель для вас. Эта модель тоже у нас повтор. Спасибо. Наши шикарные костюмы в двух расцветках с юбкой. Потому что многие говорят, почему только с брюками, есть и с юбками. У юбки, смотрите, резинка, по бокам разрезы. Верх такой комбинированный, очень интересно сделан. Вот разрезики. С обоих сторон, да, очень удобно ходить будет. Талия полностью идет, резинка. Большие размеры, две. Две штучки в серии, да. Единичка и двоечка. Очень стильная вещь. Посмотрите, какая бахромушки. Объем рукав. Переставлено две расцветки, граффити и черный. Как раз самые актуальные цвета. Спасибо. Ну и, конечно же, шикарный костюм с таким удлиненным пиджачком. Представлены 4 расцветки. Черный, бордов, серый, изумруд. Очень приятная ткань на ощупь. Высокая черный, посадка в брюках. Бордов. Изумруд. И серый. Такие благородные цвета. В серии всего лишь две штучки, единичка и двоечка. У брюк высокая посадка, да. От посадки. Высокая посадка. Талия полностью идет, резинка. Очень хорошо и тянутся. Теплая, легкая ткань, такие поливерчики.
как кашмирчики здесь. Тут цена вообще. Ну а продолжим мы наш показ интересными моделями. Чего-нибудь интересного. Сегодня был вопрос по поводу черного с красным костюма. Смотрите, какой есть красивый костюм. Очень интересно сделаны брюки. В серии у меня на них здесь 3 штучки. LXL и 2XL. Такой игривый стиль. Свободные брюки. Смотрите, какие. Можно сказать, антицеллюлит. Все перекроет. Очень стильные. Есть карманы, есть резинки, есть утешки. Не сковывает движение. Эта модель у нас такая батальная. Здесь размеры 3 штучки. Также LXL и 2XL. 50, 52 и 54, можно так сказать, еще в размерах. Классические брюки, ничего это лишнего. 52, только... она вам рассказывает, турецкие размеры, советские размеры, плюс 6. 6. Мы ведем прямой эфир из города Стамбул. Показываем наши модели от фирмы Darkman. Который на 6 этаже. У нас есть в Лалале 2 магазина. Здравствуйте. Оптовый магазин 2. Мы работаем только оптом. Также у нас есть магазин в Османбее. И также есть у нас интернет-магазин www.darkmanshop.com. Понравившиеся модели вы можете сфотографировать с экрана, другими словами, это сделать скрин и отправить нам либо в директ, либо в WhatsApp. Либо WhatsApp. Если вы уже работаете с нашим магазином, с нашими магазинами, заказы отправляйте туда, где вы работаете. Весь товар есть и в первом магазине, и во втором, и в Османбее. Кому как. В магазине есть товар. Как... интернет-магазин. Да, кому как удобно, так и делайте заказы. Блюзон идет с метра линия, разрезики, накат, спортчек на правой стороне, накладной карман, сваровские камушки, смайлики, рисунка. Такой модный, стильный костюмчик. Очень модный. В серии у нас здесь 3 штучки. L, XL, XL и 2XL. Маркировка пишет ML, XL. Ну, лекала идет, средний батала, 52, 54, 56, советские размеры. Ждем ваших заказов. Юбочки такие стильные, модненькие, нарядные. А вы пропишите, что бы вы хотели посмотреть еще раз с 7 этажа, и мы вам покажем. Несколько моделей из юбки. Все наши эфиры сохранены в записи, их можно посмотреть на повторе. Смотрите, какая шикарная юбка. Рыбка. Рыбка. Добавленные люрикс. Понизу, да. Очень красиво выглядит. Такая модная, стильная. В классическом стиле черная. Люрикс тоже есть, но он такой вот, как графитового цвета, поэтому кажется однотонная. Юбки размер? 3 штучки. XL, 2XL, 3XL. Маркировка. Тоже большие. Средний батал. Вот я вам XL-очка из серии сам маленький хочу показать. Поэтому мы вам и показываем, вот, потому что на сайте тянутся. Есть не все модели. Есть модели, которые 1-2 штучки. И снизу есть своя юбненько.
Поэтому вы можете сделать скрин или фотографию, отправить нам для своего заказа. Длина юбочки? Хочу поближе ткань показать. Полная длина. Рифленка такая идет с вертикальной стороны. Продолжаем. Следующие трикотажные шерстяные юбки. Смотрите, тоже большие размерчики. Есть чуть-чуть длиннее, есть чуть-чуть покороче. Где-то 10-15 сантиметров разница. Вот такие, извините. Тоже в линейке 3 штучки. На седьмом этаже у нас нет модели, которые по 4 штучки, только по 3 и по 2. Угу. Есть даже, которые по стандарт. Ну, штучные продаем, минимальные 2 штучки. Классическая юбка с маленьким разрезом, очень теплая, в то же время тоненькая. Без лишнего. Ничего, да, классика. И теплая. Есть 7/8 длина и есть короткая, по колено. И сейчас все со скидками. Хорошая уже стоимость. Последний завоз. У нас сезон заканчивается, поэтому вообще в сезоне не успели. Одни очень редко бывали в магазине. Сейчас и немножко есть в наличии. Кто успеет, можно заказывать. Очень удобные серии, очень хорошие с ценами. Давайте поддержим наших мальчиков. Отправим лайки, сердечки. Хамуционные. Вчера кто-то спросил, это платье. Пожалуйста, еще раз показываем. В серии 3 штучки. MLXL. Теплое такое платье. Смотрите, ткань комбинирована. Спереди такие красивые переходы от светло-серого до темно-серого. А спинка у него черная, однотонная. Который ни грамма не дает объем. Очень хорошая страна. И сейчас очень хорошие ценами. Спортшик. Ничего лишнего. Одел и вперед. Под кроссовки, под сапоги. Под ботинки, под форт. Кто-то, нравится под джинсы, кому нравится под лосины. Под каблуки. И под каблуки тоже можно. В серии 3 штучки. Сейчас LXL и 2XL. Да, и у них хорошая скидка. Сарафанчики. Вчера двоечка. Спрашивали сарафанчики. Смотрите, какая красивая модель. Базовая маечка. Ну, с длинным рукавом. И сарафанчик. Сарафан идет. Двунитка ткань. Добавлены баечка, где идет клетка. Баечная ткань такие теплые, хорошие. Да. Рубашечная ткань. А, размеры идут MLXL. Вот эта эмочка самый маленький. Пишет MLXL, но лекала большие. Лекала, да, объемные. Форма идет трапеции. Легко трапеции, не сильно широкие. Ну, вот как раз по ведру будет очень удобно. По бокам такие карманчики. И, пожалуйста, вам маечки. Спасибо. Чудесные бомберы, куртки. Представлены двухрасцветки, теплые, хорошие, удобные серии 3 штучки. Сейчас очень хорошие ценами. Черный с черным, черный с белым. Впереди хочу показывать такие букле. Мягкая такая ткань, очень удобная. Обратите внимание, какая красивая подкладка, блестящая. Такие светлый серый цвет. Спортшик. Вот, пожалуйста, эта модель 50, 52, 54. И 56 самый большой. Угу. И прибавляйте 6, и будут наши российские размеры.
ромбики видно, по-моему, да? Вот так на картинке. Да, издалека это точечки, как такие маленькие. Чуть поближе это такие, как звездочки. А вообще это квадратики. Очень такая интересная модель. Изнанки. Представлена двух расцветки. Одна лучше другого. Мы ждем ваших заказов. Обязательно ждем. Гусиная лапка. Ничего лишнего, такой цвет насыщенный, очень красиво будет под джинсу. Тоже комбинированный цвет, вот маленькие гусиные лапки и большие гусиные лапки. Растягиваются полностью с клепками. Накладные карманы давай. Манжетик на рукаве. Очень стильные, качественные, модные. Тоже идут 50. 52-54. Это самый маленький у меня. 50-52 турецкий. У нас нет розницы. У нас продажа только оптом. Можно по-турецки, пожалуйста. Сатышларымыз топтандыр. Пракенде сатышымыз йоктур. Красивая рубашка, ничего лишнего. Обратите внимание, какая хорошая ширина бедра. XL, 2XL, 3XL. Маркировка. Самый маленький идет 52-54. Рукавчик можно укоротить 3 четверти. 54-56. И последний 56-58. Ну как же без блесточек? Очень стильный. Это не блестки, это идет. Нет, она переливается, блестит. Я имею в виду. Золотистый с таким серебром переливается свет. Очень модные рубашки. Очень хорошие цены сейчас для вас. Мы ждем ваших заказов. В серии также 3 штучки. Платье, туника. Спортшик. Под какие колготки? Ажурные. Вау. Или толстые. Шерстяные. Ну да, у кого холодно, можно и шерстяные. Здравствуйте, подушки, здравствуйте, ручки. Галина. Есть боковые карманы. Впереди есть сваровские камушки, бусинки. Вот уже начинаем заказ получить. Тоже линейки 3 штучки, очень хорошие с ценами. Спорт, шик, туничка, платье. Это самый маленький размер, идет 52-100%. Классическая туника с карманами, полосочка. С накатом, со стразом, хомутчики, большие размеры. Донести информацию о товаре, который у нас есть в наличии. А по поводу стоимости, есть у нас специальные менеджеры, которые будут давать полную информацию. Пишите, пожалуйста, по нашим номерам телефонов, которые указаны ниже. Форма трапеции, очень яркие, красивые. Трапеция форма. Ангорочная ткань. Такие теплые, хорошие, легкая. Очень мягкая. Такие светлые, красивые вещи. Настроение поднимите, девочки. Очень хорошие. Я вам советую модель. Не крути так быстро, замрет. Не успеет сделать фотографию. А, очень красивая, смотрите, какая штучка. Веревочка. Она блестящая, прям можно такая штучку, яркая. Да. Классика, классика, еще раз классика. Но здесь смотрите, как интересно сделан низ. Такой капелькой вырез. Вот он регулируется веревочкой, шнуровкой. Карманчики. Карман-сеточка. Такая же сеточка, но поплотнее, двойной вязки на воротнике. Вот, видите? Он раскладывается, такой мягкий. Меланжевый цвет, такой антрацит цвет идет.
линейке тоже 3 штучки. XL 2. Вау! Автоледи. Вау! Это идет без размера. Неважно сюда какой грудь, какой талии. Такая очень удобная разлетайка, можно так сказать. Автоледи. Удобный объемный капюшон. Есть карманчики. Спортчек. Сейчас хорошая цена. Приобретаем вещи заранее, потому что не забываем, что вам еще работать весной. А весной будут еще покупать потихоньку люди, которые раздеваются. Одежду с длинным рукавчиком, ее можно сейчас приобрести по очень выгодной стоимости. Леопардик. Базви, тоненький, маечка сверху. Вискозная маечка. Шифоновый, накидка такая. Да, шифон. Ну, не такие летний шифон. Весенний. А видно, вот черный, смотрите, летний, как окантовка идет, а леопардовый поплотнее. Чуть-чуть. Ну, не, чуть, не чуть-чуть. Хорошо поплотнее. То есть удобная вещь, она не просвечивается. Очень красивая задумка. Под джинсы, под юбку, под лосины, под леггинсы будет очень хорошо смотреться. Шикарный шерстяной кардиган. Который большим-большим размером. Такая вот, видите, как летучая мышь. Очень такая интересная задумка. Полет фантазии называется. Карманчики. Любой силуэт. Капюшончики есть? Да, капюшон очень, здравствуйте, вместительный. Лаковый ткань. В серии две штучки, но размеры стандарт, на любой размер подойдет. Пиджак в клетку. Очень хорошие ценами, 3 штучки в линейке. 2 серии есть, по-моему, в наличии. Смотрите, какой красивый орнамент. Модненькая. Украсит любое платье. Жилетка такая красивая, нарядка. Накидка, можно сказать. Смотрите, какое красивое жилетка. Кружево, да, и карманчики есть. И в серии у нас здесь 3 штучки. M, L и XL. Спортшик платье. Удобные карманы. В серии 3 штучки. Это уже коллекции Max Life. Платье туника. Кто знает Max Life, знает этот коллекцию. Тоже очень-очень хорошенькая, модненькая, качественная. И большие размеры, и сейчас очень хорошие ценами. На скидки, девочки, мальчики, наши любимые покупатели. Приобретаем товар заранее. Весной будет чем работать. По очень выгодной цене. Три штучки в линейке. Единичка, Max Life, двоечка и троечка. Здесь очень много таких спортшик моделей. Представлено двух расцветки, серебро и золотистые. Размеры идут 52-54 единичка. Больше. 54-56 это единичка. Да? Русские размеры, да. Советские размеры 54-56, это единичка будет. 56-58 получается двоечка, 58-60.
Некоторые модели до 62 размера будут, троечки. Есть в каждой модели разные лекала. Есть 60, есть 64, есть 70, есть 80. Чтобы уточнить размеры модели, которые вам понравятся, пишите, пожалуйста, нам в директ. Хочу поближе вам показать пайетки, которые спандекс сверху, пайетки. Вискоз. По всем дополнительным накат. Вопросам, пожалуйста, пишите продавцам. Бархат. В магазин, с которым вы работаете. Или же, пожалуйста, к нам на сайт можно заглянуть и приобрести вещи. Либо же нашим менеджерам по номерам телефонов, которые указаны в шапке. Они прикреплены под нашим прямым эфиром. У нас трое магазина, где удобно, там и приобретайте. Для вас. Оттуда заказывайте, все товары идет одинаковые и один ценам. Различий нет никаких. Кому где удобно, там и приобретайте. Еще одна платье, туника. У нас вещи не только все в пол, у нас еще есть длина 7/8 и по колено. И здесь тоже идет симметрия линия, впереди чуть-чуть покороче, чем сзади. Вот такая симметрия идет. Вот вам поближе маленький страз, накат, такой визон свет, капучино свет, даже шоколадный такой свет, скажем. Красивые. Вкусные. Точной рукавчик, легко трапеция. Туничка такая красивая, комбинированная ткань. По бокам обратите внимание, как красиво золотом каемка сделана. Она очень будет странить силуэт. В серии 3 штучки. Эта моделька немножечко меньше лекалы. Где-то 52, 54. Нет, 50, 52, единичка, 52, 54, двоечка. И 54, 56, троечка будет. Так что, кто хотел приобрести норму, а не супербаталы, эта модель как раз для вас. Спасибо. Пишите ваши комментарии. Постараемся ответить сейчас на некоторые ваши вопросы. Еще одна красивая у нас туника. Напоминаю, Max Life. В серии 3 штучки. Спинка идет меланжевый цвет, такая серебро. Антрацит цвет. Впереди черный. Комбинированный цвет. Большие размера. Max Life. Хорошие цены сейчас. Впереди идет замок, который можно расстегиваться до груд. Такая симметрия линия. Интересная модель, очень удобно. Очень стильные. Полоски, клетки, горошки всегда были и будут в моде. Смотрите, вот эта моделька супер баталы. Здесь 54-56, вот первый размер, 56-58, второе 62-64, третий. Это самая маленькая, вы смотрите, какая объемная. Летящаяся такая, струящаяся. Ткань. Золотистые такие, бронз, серебро. И золото. И золото. Как же без золота, правда? Ну, золото, бронз и серебро. Хомут съемный. К
какая красивая. Расцветки. Спасибо. Смотрите, какая красивая туника. У нее и блестки есть, и цветочки есть, и надписи есть. Она такая собрала в себя всего по чуть-чуть, и очень стильная получилась модель. Баран. Три штучки в серии. Единичка, двоечка и троечка. Накат, бархат, смотрите, какой где красивый. Идет розочка, идет накат, бархат. Остальным, где красная розочка, тоже бархат. Надпись идет с люрикс. Очень красивая, модненькая, большие размерчики, форма трапеции. И сейчас хорошие цены. Да, у нас действуют скидочки, что немаловажно. Очень это полезно и выгодно. Не забываем, что еще у нас есть январь-февраль. Будет удобно и выгодно приобрести вещи сейчас и продавать весной. Смотрите, как интересно сделано. Сзади квадратик, а спереди овал. Такая ткань комбинированная, она такая теплая, хочется в нее завернуться. И в то же время она может выступать в роли нарядной вещи, потому что есть люрексовая ниточка, а с левой стороны пайетки так переливается. Кто хочет выглядеть стильно и модно в офисе, то сейчас эти вещи по скидке по очень выгодной цене. Это вообще молодежность. Дальше давайте. Вот здесь выходит. Вот так. Вот здесь есть еще. Я вам длинные юбки покажу. Вот здесь. Реглан рукав. Накат. Комбинированный цвет. Черный с антрацитом. Туничка платья. Тоже хорошие свободные размеры. На право плечо идет люрикс лампас, черный с бронз, серебро, комбинированные цвета, очень стильная вещь. В серии три штучки. Еще один супер портал. Еще один, который очень хороший с ценами. Да, у нас цены вообще на все вещи комбинированная хорошие. Комбинированная ткань, рифленка, меланж, вискоз. Три в одном. Есть хорошие рифленые карманчики накладные, как сумочки. Дает объем спорт. По поводу стоимости, пожалуйста, пишите очень нашим менеджерам цены. Или продавцам в магазине. Форма трапеция, короткий платье, туника. Воздушная, просто воздушная. Смотрите, как оно переливается, прям струится ткань. И тянутся хорошо. Снизу идет золотистый 3D лампасик, такие широкие, красивые. Тоже хороший размер. Шикарный размер. Объемный такой. Стильные кружочки, яркие, модненькие, черные. До середины бедра такая блузка-туника. Очень удобная будет. Черная горчица, джинсы. Аттракционный красивый кружочек, да, под любой низ можно подобрать. Под джинсы будет хорошо, под юбку. Под черные, под лосины, под толстые колготки, высокие сапожки. У нас нет группы в WhatsApp.
У нас есть телеграм-канал. Через WhatsApp можете звонить. Видеозвонок полностью магазин. Гуляй, посмотреть. Ассортимент. У нас на одном этаже более 500 моделей. Вы представляете, даже сколько больше нужно? А у нас 8 этажей. Это просто нереально отправлять фотографии. Памяти в телефоне не хватит. Еще ассортимент меняется каждый день. Вот объем модель. Видите? Да, видим. Очень красиво. Очень хорошая модель. Спинка чистенькая. Золотистый крем. Горчица, серебро, бронз. Кофе с молоком. И здесь немножко добавлены такие леопардические. Сеточка такая. Не сетка, а как ажурная ткань, скажем, немножко светится. Спасибо. Очень мало даже. Кто любит классику, смотрите, какая шикарная модель. Это идет норма. Средний баталы. Норм. Норма. Считается. Угу. Будет норма. Да, не микровельвет, это бархат. Такие ткань бархатная. Это 3D. Снизу идет маечка, сверху эта сеточка. Дает объем 3D. Спинка чистенькая. Средние размерчики. 50, 52, 54. Сзади шукри, красивая белая рубашка-туника. Это лука. Сзади мне, который висит, белая красивая туничка-рубашка. Покажем поближе, попозже. Моделька у нас это представлена в 3 расцветках. Мини-платье, красный, туника, фиолетовый и черный. Модная, стильная, очень комфортная. Сваровские камушки. Внизу бархат. Пан-бархат. Такой красивый накат. Дамы. Дама. С Амстердама. Красотуля, скажи. Стильная такая модная моделька. Кто предпочитает интересные вырезы, необычные, смотрите, какая красивая туника. Она подчеркнет линию груди и не будет так обращено внимание на бедро, а в объеме оно довольно-таки хорошее. Под лосины, под джинсы будет очень стильно и модно. Форма трапеции, очень хорошая цена. У нас скидки. Ждем заказики. Как предыдущее было 3D, еще одна 3D блюзон, тоже среднего размера. Мы работаем каждый день, у нас праздник только 1 числа, когда мы не будем работать, а дальше идет суббота-воскресенье, и открываемся 4 числа в этом же режиме. Мы работаем. В Турции нет такого понятия, как праздники, Новый год, 2 недели дома. Мы работаем в обычном режиме. На выходные мы дома, потому как у нас карантин, суббота, воскресенье. Ну, а 1 числа Новый год, пятница. Так что на следующей неделе мы не работаем только 1 числа в пятницу. И выходим в понедельник в обычном режиме. Стандарт модельки, смотрите, какие красивые. А здесь необычные расцветки. Смотрите, какой красивый шоколадный цвет. Фисташковый. Антрацит, бордов и хаки.
V-образный воротник, придобавленный страз. Красивый накат из камешков. Маленькие разрезики. Украшены такими же камешками, как на горловине. Хаки, бордов и антрацит. Представлены три расцветки, одна лучше другой. Тоже меланжевый цвет идет, черный с антрацитом, такие вышивка и накат вместе. Знаете, какая красивая и модель? Сеточка, вот, вначале, такие тоненькая сеточка, сверху маленький спандекс горох, розочка вышивка, добавленная люрексовая ниточка и такая красотуля накат идет. Манжетки снизу, свет идет, антрацит и бархат маленький, геометрический на право плечо и на лево плечо, тоже такая же форма, и на левой стороне идет две лампасики такие, с люрексовым ниточкой. Одна короткая, одна длинная. Есть две боковые карманы. Очень рабочая модель. Сейчас со скидками. С этой модели Max Life заканчиваемся. Начинаемся. Лука. Бомбера такие. Плашовка с картоном. Добавлена сеточка. Своего рода как будто болеро. Ну, красивая. Платье. В линейке идет 4 штучки. 1, 2, 3, 4. Рукавчик можно укоротить. Очень стильная вещь. Поближе вам ткань. Украсит любое платье, особенно если такая, такая дождливая погода. Тут плечо закрыто. Расстегиваешься с две пуговками, три пуговками. Вот. Сетка. Можно? Про модель не будем рассказывать. Покажем, потому что есть много. Который модель вам понравились? Секрет сделайте, посылайте нам, продолжаем ваши вопросы. Фарук Узла. Картон. Здравствуйте, Ирина. Мы показываем модели выборочно. Из лука. Сейчас лука. Перед этим у нас была Max Life Signora. Эфиры мы сохраним. Их можно будет просмотреть. И то, что понравится, эфир. Сфотографировать, отправить нам заказики. Штаны, которые от тебя сзади, девушка уже третий раз спрашивает, полоску. Полосочку штаны сзади от него. Это тоже из лука. Это тоже лука. Накидка. Под красивую водолазку будет шикарно смотреться. Еще одна накидка. Давайте еще Гриб поблагодарим. Смотрите, какой он молодец. Уже, наверное, устал нам показывать вещи. Ему будет очень приятно. Нет, у меня энергия не заканчивается. Платье-халат есть практически у каждой фирмы. Смотрите здесь, как интересно по низу сделано. Очень удобно ходить будет. И там и сетка есть, и как прямоугольником вытянут низу. При ходьбе будет комфортно. Эта модель представлена в двух расцветках. Черная и фиолетовая. Такой он ближе к баклажановому цвету, очень модно и стильно. Штаны лука, высокая посадка. Удай, наберем. Тоже представлены двух расцветки.
А теперь по многочисленным просьбам мы покажем белую рубашечку и штанишки. Покажем. Abi getirin malı. Getir hepsini. Нет, он не устал. У нас просто запланировано было показать немножко больше моделей, поэтому мы просто покажем. Вы делаете скрины, пожалуйста, обращайтесь по размерам, по стоимости, отпишемся. Смотрите, какая шикарная накидка. Туника, вот просто, и цвет какой красивый. Классическая рубашка. Рубашечку, про которую вы спрашивали, мы ее сейчас поближе посмотрим. Там карманы боковые такие интересные. Они не разрезы, а как полукругом сделан вырез. Воротничок там регулируется. Три расцветки. Жатка. Очень красиво будет по силуэту. Цвет такой интересный. Туника, рубашка. Она как вареная ткань получается, переливается очень красиво. Вот скрины сделайте, посылайте нам, продолжаем ваши вопросы. Представлены три расцветки. Очень интересный силуэт, здесь защипки такие интересные. У кого проблемная зона спереди, оно это все как-то отшлифует. Будет интересно смотреться в одетом виде. Смотрите, видите? Вот. Кто любит короткие вещи до пояса, смотрите, какая шикарная кофточка, блузочка. Теплая, хорошая ткань, очень стильная. Смотрите, как, смотрите, какие красивые. Так, блузку и брюки. Покажи, пожалуйста. Угу. Белые рубашки. Туника. Карманы. Идет картон. Очень красивый. Интересный вырез по бокам сделан. Да-да. И посмотрите брюки. Трикотаж. Высокая посадка. Талия полностью резинка. Удобные серии. Ну-ка. Это не костюм, это отдельные вещи. Просто попросили. Поэтому мы вам поближе показали. А теперь покажем вам еще брючки интересненькие. Лосина, юбка, это один вещь идет. Теплые брюки, очень такие интересные, посмотрите какие. Высокая посадка, талия, резинка очень хорошо тянутся, теплые и очень стильные. Юбочка. Такие широкие. Такая она интересная, карман. Она может быть и спортивная, и классическая. Мы проводили наш эфир из города Стамбула. Магазин Darkman. У нас три магазина и еще одна интернет-магазин, оптовые магазины. Только оптом. Мы ждем заказы. Пожалуйста, кто с кем работал, туда и пишите. Товар есть в наличии. Большое спасибо, что были с нами. До скорых встреч!